выбросить ледяную скорбь и сдаться. А цифры насчет 17 кхпс, это, ну, камон. Называется повесить 12 щиточков. Меня не смущает, что мне два раза валя схватило, из-за этого умираю. Будет так. Герои, в атаку! 3, 2, 1. Я оставлю тебя в живых, чтобы ты увидел финал. Не могу допустить, чтобы величайший служитель света пропустил наш дуэт, моего Буанмина. Куда я, РДД? По луне. Кого-то здесь, парень? Диспел. Да ты не спал. Можно тотем? Можно тотем? Да, я поставлю. Three, two, one.
Дайте ему понятки. Хил в ромбике, хил в ромбике. Ромбом, помогите. Даркис, тебя там не прохилят, подбеги лучше крейд. Захильте, пожалуйста. Треугольник. А, все, все нормально. Осквернение. А кто комнату будет? Так может сразу просто его жарить. Я сдам тебе на хп. Фаза. Я хилю. Сфера. Помогите, блядь. Дух. Да. Я поставлю метку. Зубы, если что, скажешь. На левую идем.
Кто на духах? Какой танк? Класс. Тихо. Вот скажешь, как буду. Бабл, полтос, пока не надо. Быстрее. Я зависли? Нет. Халфейн завис. Халфейн завис. Не сильно. Растет потихоньку, он, блядь, стоит в этом самом. Зубы поковат. Отдал. Направо. Вернее. Геру. Наверняка. Багнулся, походу. Не домажьте, стойте. Бля, да, может, не будем убивать его? Надо его трогать. Это такая же история, типа, в касту перевели. Мы, походу, типа, в комнате, комната пройдет, он должен разлагать. Вернее.
Её. А ты уверен, что будет комната? Типа идет. Не стоит. У него ХП была на перефаз. Он был в комнате, типа, поэтому. Он что, убили? А потом Illusion и бага юзер. Угу. Так, можно вопрос? Куда сейчас пойдем? А нам куда-то нужно идти? РС. РСКМ-ка будет, да? Я бы не пошел на Джайну с такими хилами. Не надо, только вот эту парашу, там, кто как одет, кто сколько циферок дает, вот эту хуйню забудьте, блядь. Не это самое, блядь. Не надо, блядь. Последнее благословение. Дай мне силу. Натуре, вот вам делать нехуй, а? Ненависть не заберет больше ни одной жизни! Наконец, я свободен. Все кончено, сын мой. Настал час расплаты. Поднимитесь, воины света! Вага, тут? Опа. Короче... Есть челики у Пью, циркуля топовые, там хулипал один есть, ну, рукастый, вот, ну, еще там какие-то люди есть, может, кто-то найдется. Проблема стоит в том, что им проходки надо сделать, у них около 250-255 гир, ну, хулипалу нормально будет, надо проходки, а проходки мы не делаем. А нахуя нам 255-й? Два куска Т5 оденет и будет хилить нормально. А, и весь остальной сет оденет через пару месяцев. А чё упало? Ах, упали, блять. Хунипал, но... шмотки, по-моему, никому не нужны. Я не знаю, про что ты, Фарада, говоришь, но как бы у нас есть люди, ну, слабенько одетые, там, без Т5. Приходится одевать их, что теперь делать? Не наберешь же ты фуловых сразу, с брюлями. Понимаешь, уже гильдии, которые гораздо слабее нас, собирают от 265, даже от 270. Ну, на гир слабее брать, типа, блядь, это на обычку целка рейд. Давайте сейчас будем, ты понимаешь, что дело не в гире, не будем в цифрике гира. Будем опускаться до уровня Думхаммера и брать людей, делать им проходки. Три шага назад делаем, вот, набирая таких людей. У нас все по кругу, мы стоим на месте, понимаешь? Блять, люди уходят, и мы берем таких же, опять одеваем, опять люди уходят, мы берем таких же, блять, мы на месте. А понимаешь? Что ты хочешь предпринять, чтобы такого не было? Вот мне интересно. Что, блять, волшебник, что ли, или что? Вот и все. Страны Оз. Страны Оз. Волшебник у нас в рейде только один, Халфейн, который после ловушки улетел в трон, блядь. Повезло.
такой угол просто фартануло. Пойдем еще куда-то, не? Я же говорю, РС. Кстати, крепость Бур-Ока будет? РС-Гер? Да. Нет, Ока, обычка. Уже закрыли на этом КД. РС-Гер или обычка? Гер, конечно. Потому что мне Антонидусу нужен этот пистон. Че ты говоришь, пиво? У тебя КД? А я там... РС-Гершником в РС не пойду. Да, понятно, я тебя танком туда хочу. Сисяо говорит, там осколок в этом сундуке. ДЦшнику нехуй вырезать. Чё, не пугали, давай. Ща тут доразролят. О, а Кирса с нами нету. Так, коня классно давила, она сролила. Уже 2 недели была в новичках. ГЦ?